почему эта дверь открылась? Чё-то прямо в лобби немножко... О, там кто-то есть. Господи. Всем привет, ребята, здравствуйте, добро пожаловать. У нас... Не нравится мне, как она... У нас очередной хоррор от Emika Games. From Day to Day. Так называется данная игра. Это демо-версия. Я очень хотел ее посмотреть, но руки все никак не доходили. Теперь будем смотреть вместе с вами. Судя по всему, это будет очень-очень весело. Вот. В нашей жизни произошло что-то очень плохое. Какое-то вот прям... Какие-то трагические события. Мы решили приобрести себе дом. И уехать, чтобы начать жизнь с нуля. Но этот дом надо будет приводить в порядок, подремонтировать, навести, так сказать, марафет. Но мы же не знаем, кто там были на самом деле те люди, которые продали этот дом. Бывшие жильцы, собственно. И будет что-то происходить очень-очень странное. Поэтому усаживайтесь на памперсы поудобнее. Как говорится, размяли булки, судя по тому, что тут в начале показало. Нам будет очень весело. Ой-ой-ой, а чё так подёргивает-то? Мне нужно найти способ проникнуть в дом. А ключа, получается, у меня нет. А я точно его купил? Может, я его у кого-то отжал? Ёшкин кот. Ну, только я мог, наверное, купить такое. Так, фонарик. Чё фонарик-то? Давай заберем фонарик. Я только что приехал. Думаю, он мне понадобится. Это да. Забираю. Вот, хорошо. Так, вижу какую-то записку. Желейное какое-то управление. Опять вот этот вот, то ли это специально сделано в качестве кинематографичности, но мне, если честно, очень сильно не нравится такое управление. Либо у меня FPS минус 1000, наверное. Там в окне кто-то есть. Но я думаю, после этого можно сразу разворачиваться и подавать объявление на продажу. Там какая-то женщина. Девушка, вообще-то дом принадлежит мне, понимаешь? Ну-ка, раз, раз. Хм. Я так понимаю, она не собирается уходить. Жидкость для зажигалки. Жидкость для зажигалки? Что, с фонариком что-то произойдет? Но она просто стоит, любуется. Как правило, призраки приходят по ночам, поэтому я не думаю, что это будет сейчас как-то что-то плохое дело. И вообще, что она не спит? Может, она не призрак вообще? Как это открывать? А, это старый ключ. Раньше такие ключи использовались для шкатулок с драгоценностями. Так, хорошо. То есть домой пока не стоит вообще ломиться. Надо все это обойти, посмотреть. А потом уже... заходить в дом. Такая, знаешь, прям... Вот я мышку повел, и она потом так плавно-плавно доводит. Чертова непонятная ситуация, либо система. Либо еще что. Так, о! Так, лом, конечно же, может пригодиться. Ну, в таких условиях это точно. Так, тут что-то написано. Врач городской психиатрической больницы был уволен за незаконные действия в отношении своих пациентов. Ну ладно. А почему это здесь? Она продолжает стоять там.
Может, ей просто жить негде? Может, это вообще не призрак? Почему сразу призрак? Я же говорю, день. Днем-то вряд ли призраки гуляют, правильно? Кто-то просто живет у меня в доме, вот и все. Она стоит и уходить не хочет. Ничего себе. Можно отстегнуть эту панель и продать дом, и продать панель отдельно. Надо разобраться, что это за мадама там. Но судя по виду, она не такая уж и молодая. Скорее всего, просто какая-то женщина, которая бездомная, что ли. Может, она вместе с домом... Она вместе с домом шла, наверное. Контент недоступен в демо-версии игры. Да? Кондиционер, я заметил, там имеется. Водонапорная башня, тут кондиционеры... Ветряки, посмотри. Солнечные панели. Вроде бы по дому и не скажешь, что он такой, прям, знаешь, технологически развит. Так, взять, приблизить, отменить. Это инструкция. В лайтер, наверное, это зажигалка. F флешлайт, фонарик. Left shift run. Run, Вася, run. Left control, crouch. Right mouse, альтернативный interact, pick up in item. Open the door with a key. Middle mouse и focus look. Так, фокус-мокус. Она что правая, что левая, получается, работает. На V зажигалка. Зажигалки нет, есть пока только топливо. А почему я вообще боюсь? Это же мой дом. Так, вот, собственно, и зажигалка. Ключи. Кто-то тут Кур выходил! Зачем мне Алло. Алло. Я еще на улице, мне уже не по себе. Найти комнату, где я смогу разместить вещи. Скоро будет празднование дня, когда жители изгнали из города последнюю ведьму. Кого? Да нет. Девушка. Она затушила свечи? Ее там больше нет. Кто-то пытался открыть замок. Так вы изгнали ведьм или не изгнали? Не работает, в доме нет электричества. Почему? Почему у меня там было написано... А, это, наверное, просто мне сказали про то, что зажигалку можно включить. Контент не до... в смысле, я так в коридоре постою, да, если что? Наверное, зажигалка.
Может, ты спустишься там, чайку, кофейку попьем, я не знаю. Чё стоишь-то там? Ты знаешь, от того, что я жду, что что-то произойдет плохое, зная Эмику, разработчика, ну, в смысле, не зная его, а зная его продукты, от этого как бы ты напрягаешься сильнее, что-то ждешь, вот напряг. Надо расслабиться, просто спокойно играть, но вот пока не получается. Вот это что такое? Это отгонять каких-то злых духов или что это? Алло? Что это было? Кто-то вот эту дверь открывал. Чтобы открыть замок, нужно найти вторую часть отмычки. Кто такая Эмили? Зачем ты мне шепчешь в ухо? Я бы хотел вот это, наверное, зажечь. Но у меня зажигалка не работает. Инвентарь. Возможно, мне надо использовать, сменить. Так, использовать. Теперь у меня, наверное, зажигалка заправлена. А-а-а, да? То есть, подожди. А фонарик? У меня же фонарик. Киса. Это та вот, которая в окне. Она в окно смотрит или на меня? В окно. Она в окно смотрит. Значит, ничего страшного. Опа. Она меня услышала, ушла. Отмычка это что? Это ключ. 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 Почему не берешься? Ключ. Почему он был спрятан? Ну, потому что... Что происходит? Чё-то какой-то криповый до... Так ты здесь все-таки? Не, подожди. Я, по-моему, там видел. Или тут. Непонятно. У меня есть ключ. Тут, по-моему, демо-версия. Да, тут демо-версия, и нам сюда нельзя. Хорошо. Есть отмычка, которой я могу воспользоваться. От чего ключ у меня? Опа. Раз. А зачем тогда туда заходить? Эта комната мне подойдет. Нужно переместить ящики с вещами, которые находятся на улице, в эту комнату. Ящики с вещами. Но это же не они, это котельцы вообще какие-то. А, наверное, вот эти. Нет? Пардон. А! Ладно. Что, по одному ящику буду таскать? Ладно, пошли тогда. Не видно ничего, конечно. Ты знаешь, после того, что вот... Вот смотри, вот я зашел. Я уже вижу... Какое-то тело там наверху непонятного происхождения.
Какое-то тело было в комнате, какие-то звуки в ушах. Ну, мне страшно, я бы не знаю, я бы не поселился бы сюда. Какие вещи? Я, наоборот, бы вынес бы все, что можно, и драпанул бы отсюда. Решил начать новую жизнь, ты посмотри. Это капец. Она тут, по-моему, закончится, планирует, а не начаться. Все, все ящики на месте. А это что у меня? Что? Опять манекены. Эти манекены в каждой игре мне в последнее время... Ты тут стоял? Почему в тебе кровь? Сиська. А еще какие-то вещи есть у меня? По-моему, больше... Нет, ну, по-моему, больше вещей нет, правильно? Тут демоверсия. Что по итогу-то? А, их туда дальше расставить надо, что ли? Все. Нужно закрыть двери на засов, которые расположены в прихожей, и повесить ключи. Он скоро будет здесь. Кого? Кто будет здесь скоро? Мне не нужно выходить на улицу. Да тебе так кажется. Тебе знаешь, как нужно? Ты офигеешь вообще. Не работает свет. Так в первую очередь надо свет починить. Хорошо, что дальше? Я повесил. Мне туда не нужно, говорит. Соответственно, закрываем тут. Закрываем тут. Все. Я возвращаюсь в свою комнату, чтобы подготовиться. К чему? Я немножко... Опачки. Так, товарищи. Ну вот скажи. Ты понимаешь, что ты один в доме? Несколько дней спустя. А, ничего себе. Так он тут живет уже, ему все нормально. Все в порядке, как бы? О, у меня... Я типа свет починил. Ну так, относительно. Что? Кто это такой? Так это не женщина была, это какой-то... Алло! Кто здесь? Чур меня. Что происходит? Я не могу открыть. Там больше никого. Я люблю есть детей. Маленьких детей. О, там стоит. Она стоит за стенкой. Я люблю есть маленьких детей. Она говорит. Что-то там свежее, что-то еще. Угу. Вот тебе понятно. А я не знаю, как тебе пройти, бабуля. Да хватит тарабанить! Чё надо-то? Она... Не, подожди, это не она. К
Кстати, рожа у бабули прям вот очень-очень мне кого-то напоминает. Я как будто бы уже видел такую в какой-то игре. Алло, бабуля! Да перестань! Что происходит? Может успокоиться? Ты ведьма или кто? Ты А? Господи, что за кипиш? Перестаньте! Вы меня пугаете! Киса, скажи им! Ой, кто двери-то закрыл? В смысле? Спасибо, что поиграли, говорит. Ну, что я могу сказать? Игрушка, походу, будет страшновато. Почему-то в лобби все пропало, ничего не видно. Будет страшновато, скорее всего. Можно глянуть, можно будет пощупать ее. Но видно, что разработчик еще очень молод в своем профессиональном статусе. И, ну, такие демоверсии, это как бы даже, ну, слишком демоверсия. То есть настолько коротенькая. Вот мы знаем, что есть некоторые игры, там делают демоверсии такие, что ты проходишь какой-то пролог, и он прям тебя аж захватывает. Здесь, по сути, дали походить по пару комнатам и показали бабулю. Но эту бабулю я где-то видел. В какой-то игре она, по-моему, уже была. Скорее всего, это из какого-то бесплатного сета, или как оно там, вот, с какого-то пака, потому что эту бабулю я уже помню. Я точно ее видел где-то. Но могу ошибаться, но точно видел. Ну, в общем, вот такая вот игрушечка. Я, конечно, ожидал, что она будет подольше, подлиннее. В любом случае, я вам ее покажу, и уже будем вместе в комментариях решать, ждем ее или не ждем. Хотя я бы, наверное, посмотрел. Все, спасибо, ребята. Всем пока.